Добрый день, у нас в гостях Николай Карасев, эксперт по выставочной деятельности. И, Николай, первый же вопрос. Как вам организация выставки World Food в 2019 году? Выставка впечатляет. Собственно, все и ожидали высокий уровень. Все ожидали высокий уровень, мы его увидели. Как всегда, World Food традиционно богат на национальные экспозиции. Все это присутствует, приезжают прямые поставщики, достаточно высокая деловая активность, площадка высокого уровня, все отлично. Вы как эксперт в этой области можете дать пару полезных лайфхаков людям-производителям, которые выставляют свою продукцию на выставке? Что им нужно делать и как нужно делать? Да, конечно. Кстати, здесь вот на World Food мы проходим по стендам наших клиентов, компаний, с которыми мы давно работаем. И, собственно говоря, ключ к успеху на выставке лежит в нескольких факторах. Первый – это качественная подготовка, предвыставочная рекламная кампания, приглашение клиентов заблаговременно к себе на стенд, четкая постановка задач, четкое определение приоритетной целевой аудитории, ассортимента, который с высокой вероятностью у клиентов привлечет новинки, хиты продаж, эксклюзив, акции, специальные предложения, трендовые продукты. Ну, конечно, это оформление стенда, это выгодное представление продукта на стенде, грамотное зональное деление, эргономика, привлечение внимания к стенду, безусловно. Ну а дальше качественная работа персонала, использование выверенных тактических и технических схем работы с посетителями, фиксация контактов, поствыставочная обработка, оценка результатов. Вот компании, с которыми мы работаем, всегда неизменно на выставках получают максимально высокие результаты, используя эту методику. Какие сейчас тенденции наблюдаются в 2019 году? Тренд на визуализацию очевиден. Очень большое количество видеоконтента на стендах, он и привлекает внимание, и это средство коммуникации. С помощью видеороликов проще доносить выгоды, преимущества продукции компании для целевой аудитории. Пожалуй, это основной тренд. Яркость, динамика на стенде. Ну а неизменные ценности всегда остаются. Это живое наглядное представление продукта, это дегустация, это мероприятие. Стоит отметить насыщенную программу деловую, кстати, на World Food, и общую, которая проходит под эгидой организаторов. И на отдельно взятых стендах мы тоже много мероприятий сегодня видели. Все это привлекает посетителей, то есть яркий динамичный контент, живое наглядное представление продукта плюс информационная составляющая. А все-таки выставка помогает производителям реализовать свой товар в дальнейшем? Ну, безусловно. В первую очередь, это установление новых контактов деловых, да, расширение связей, поддержание отношений с постоянными клиентами, партнерами и поставщиками. И в плане информационного обмена, безусловно, выставка ценна, потому что даже если клиент по какой-то причине сегодня работает с кем-то из конкурентов, очень важно понимать логику его действий, почему это происходит, что нужно в своем продукте или модели бизнеса улучшить, чтобы клиентов вернуть или привлечь, да, или отобрать у конкурентов. Поэтому, с одной стороны, выставка позволяет повышать продажи, с другой, это очень ценный ресурс в плане маркетинговой информации. Николай, спасибо вам огромное.